когда мы уже пойдем? Марк, сначала позавтракай. Этот день для меня казался самым счастливым. Был мой день рождения, и мы собирались отпраздновать его в пиццерии Фредди Фазбера. Я ждал своих друзей, но они так и не пришли. Сынок, не расстраивайся, сходи поиграй с аниматрониками, а я пока расплачусь. Мальчик, подойди сюда. Меня позвал Фокси. Я сомневался, идти к нему или нет, но все-таки пошел. Давай поиграем в прятки. Помогите! Я не знал, что мне делать. У меня не было места, куда мне пойти. Мою маму утащил заяц-аниматроник в пиццерии неподалеку. Понятно. Садись в машину. Отвезу в нужное место. Меня повезли в детский дом. Там я встретился с воспитательницей. Я тебя провожу. Ты охренел? Это мое место. Простите, простите, я не знал. Ты будешь жить тут по нашим правилам. Выполнять все, что мы хотим. Вставай! Время уборки! Я не стал сопротивляться. Этот дурак унизил меня еще больше. Рассказывай, какими судьбами тут? Мою маму утащил заяц-аниматроник, и мне некуда было идти. Заяц-аниматроник? Утащил? Фу, что за бред? Я не вру! Алле! Вставай!
я должен был спасти мою маму из лап аниматроника. Почему мне никто не верит? Я же своими глазами все видел. Я так понял, ты видел аниматроника? Приходи вечерком в каморку, я тебе все расскажу. Всем спать! Мне было интересно, что же мне расскажет дед. Поэтому я подождал, пока все разойдутся. Я уже думал, что ты не придешь. Ну что, готов слушать? Раньше я работал полицейским. Нам поступали постоянные жалобы о пропаже людей в той пиццерии. Родители исчезали, а дети оставались сиротами. Но это дело постоянно покрывали. И тогда я решил разобраться во всем. Когда я устроился туда, то я понял, что в костюме кролика-аниматроника с прозвищем Скрингрэб настоящий майнкрафтер. Здешние дети попали сюда из-за того, что их родителей убил Скрингрэб. А почему мне никто не верит? Скрингрэб делал все тихо, поэтому никто из них не видел всей правды. А как мне победить его? Его костюм состоит из эндоскелета. И как я понял, он неустойчив к воде. При соприкосновении с ней произойдет короткое замыкание. Я слишком стар, чтобы победить его. Но я знаю, что ты сможешь остановить это. Я справлюсь. Для того, чтобы спасти мою маму от Скрингрэба, сначала я должен был сбежать из детского дома. Днем я бы никак не вышел из ворот. Было слишком людно. Я заметил, что ночью закрывают ворота на ключ. Тогда я решил проследить, кто закрывает их ночью. Оказалось, это была директриса, которая потом шла в свой кабинет и убирала ключ в шкафчик. У меня зародился план. У меня есть к вам предложение. Валяй! Вы пойдете со мной в ту пиццерию, и если я не смогу доказать, что аниматроники живые, я дам вам 100 майнкоинов. Но вы должны будете помочь достать ключи. Заметано! Чуть не попались. Вы хоть понимаете, что натворили? А если бы с вами что-то случилось? Вы наказаны! Будете сидеть месяц в комнате! Злая директриса наказала нас за то, что мы пытались сбежать прошлой ночью. Это из-за тебя нас поймали! Нет, ты виноват! Ребят, успокойтесь! Я знаю, кого попросить нам помочь! Thank you.
вас есть чем можно взломать замок? Я стырил нож со столовки. Можешь забрать его себе. Это же тот чокнутый! Да, это вы! Зачем пришли? Дед, нам нужна помощь! Мы должны сбежать и остановить спринг-трапа! Все просто! Когда ночью воспитательница ходит и проверяет улицу, она обычно где-то в 3 часа ночи идет на перекус. Также в кладовке лежит лестница, но она открыта только во время уборки. А еще в комнате девочек лежит надувной матрас. Возьмите его для более мягкого падения, сбежав через забор. И как мы выберемся? Я придумал план. Я приказал лысому забрать лестницу во время уборки, а другому своровать матрас. Они успешно справились. Когда наступила ночь, я подложил в обед воспиталке снотворное, которое я взял с комнаты медсестры. Этот старикан нас обманул. Почему оно не уходит? Подожди еще. Пора! Нам надо наверстать упущенное. Погнали погуляем по улицам города. Ребята, нам нужно торопиться. Слушай сюда. Мы погуляем и потом уже пойдем туда, куда скажешь. Усёк? Нам надо раздобыть деньги. Я понял, что они хотят сделать что-то плохое. Но мне нужна была защита против спринг-трапа. Пошли в парк аттракционов. Алло, полиция! Какие-то дети своровали мой кошелек. Три VIP-билета, пожалуйста. Мне не нравилась моя беспомощность перед ними. Меня это все больше и больше начинало бесить. Ага.
клёво повеселились! Это они! Ловите их! Бежим! Я запутал полицейского, и мы от него оторвались! Вы меня достали! Мы сейчас же идем за мной! Поняли? Они меня достали! Я думал, как же от них избавиться! Знакомое место! И где же твои аниматроники? Прыгай! Ты меня за придурка держишь? Это детский бассейн! Ну и не верь! Пойду один! Эй, Марк, ты где? Видимо, он не соврал! Я решил не рисковать и попросить кого-то из ребят открыть дверь. Лысый, ты можешь открыть дверь? Там аниматроники. Я понял. То было слишком поздно. Ты опоздал. Я почти исполнил свой план. Для чего ты это делаешь? В этих аниматрониках души майнкрафтеров. И они полностью подчиняются мне. Я уничтожу этот чертов город. А теперь уберите его! Помогите мне! Думай, Марк, думай! Вы поплатитесь за то, что сделали со мной, глупые майнкрафтеры! Аниматроники в атаку!
чё творит? У меня получилось! Вот так я и спас свой город. Но еще кое-что. Мам, а приготовишь блинчики? Конечно, сынок!